Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Nissan Qashqai 2012 года выпуска. На этом автомобиле мы сегодня заменим масло в двигателе, зальем оригинальное масло Nissan 540. Также мы заменим воздушный фильтр, масляный фильтр и салонный фильтр. Салонный фильтр там имеет свои нюансы, чтобы его заменить. По-хорошему нужно снимать педальный узел. Но мы его заменим, не снимая педального узла. Снимем только, там получается заслонка, регулятор. Мы ее открутим, два болта, но перед этим мы ее пометим. Ну, когда буду делать, я покажу, как это делается. Поднимаем и сливаем масло. Сняли защиту. Вот она, наша пробочка. Здесь ключик на 14. Откручиваем ее и ставим тазик. Сливаем масло. Масло очень грязное. Пробку в тазик уронил. Теперь буду ее магнитом выдавливать. Хорошо, есть такая штука, которая раз и пробку нашу выловила. Пробка у меня упала, поэтому после этого обратите внимание, если вдруг упадет, чтобы колечко оставалось на пробочке, или новое поставьте. Здесь колечко еще не обжатое, мы его еще раз используем. Пока у нас течет масло, откручиваем масляный фильтр. Хорошо, что здесь он получается с одной стороны находится, мы можем сдвинуть тазик, и у нас будет как и с фильтра бежать, так и с поддона бежать. Берем краб и откручиваем фильтр. Какой-то непонятный фильтр чьей-то фирмы, Хэнкст какой-то. Я еще с таким не сталкивался. Не знаю, что за производитель. Надо будет почитать, посмотреть. Хэнкст H97W05. Made in Poland. Польский какой-то фильтр. Мы будем использовать корейский фирмы Портсмал, номер идет PBW 108. Наливаем в него маленько масла и смазываем резинку. Так, ну, фильтр я масло налил, резинку смазал и прикручиваем его на место. Thank you.
фильтр затянул. Теперь мы берем здесь, смываем масло. Можно протереть, можно продуть. Все, закручиваем нашу пробку. И тоже промываем. Масло мы слили, ставим на место защиту и опускаем автомобиль. Заливаем масло. Масло мы будем использовать Nissan 5W40. Оригинальный номер его KE900-900-42. 5-литровая фасовка. Берем, заливаем. Масло залил. Вошло 4 литра. Закрываем пробочку. Верхняя метка. Сейчас мы еще заведем, еще фильтр уйдет, потом проверим. Сейчас мы меняем воздушный фильтр. Снимается он здесь легко. Здесь сдвижная кассета немножко сдвигается и поднимается. Вот такой вот съемный элемент стоит. Песка много, а даже он с кассеты насыпалось. Возьмем, заткнем воздухозаборник и продуем. Сколько там было грязи, листвы, прочего хлама. Ставить будем наш невский фильтр. Номер его идет NF
54-46. Ставим его в кассету. Вытаскиваем тряпку, не забываем, и ставим фильтр. Теперь берем его, немножко задвигаем и защелкиваем вот эти защелки. Сейчас мы идем, меняем салонный фильтр. Находится он с водительской стороны. Вот такая вот здесь конструкция. Снимаем вот этот моторчик, который у нас заслонки передвигает. Но перед этим я вот здесь вот возьму его, вот так вот помечу зуб маркером. Ключик здесь на 8. Немножко неудобно. Приходится частично работать на ощупь. Одной рукой камеру держу. Так, я хоть показываю, нет? Вот я его открутил. Теперь мы его снимаем и отключаем разъем. Так. Все, снял разъем, и теперь снизу поддеваем. Так. Сейчас попробую камеру настроить. Снимаем вот эту боковую обшивку. И снизу поддеваем фиксатор, крышку. Отвертка здесь, защелочка. Во. Снимаем вот эту крышечку. И вот он, наш фильтр. Я вам скажу, фильтр стоит оригинальный, весь грязный. Похоже, что его вообще не снимали. Но для удобства мы сейчас еще вот этот кронштейн, два винта крестовой отверткой открутим.
верхний мы до конца не откручиваем, мы его ослабляем. Спаза вот с этого отвели и все вот в сторону убираем. Теперь у меня такой крючок, который для колодок, им хорошо цеплять фильтр. Вот он, я его зацепил и подтянул. Смотрите, какая грязь на фильтре. Фильтр очень давно не менялся, потому что у официалов он давно не обслуживался. Весь забитый. Сколько там грязи. На следующую замену мы там выгнем трубочку, на пылесос оденем и пропылесосим. Берем новый фильтр. Новый фильтр у нас будет фирмы Портсмал. Номер его по Портсмал. Он не Портсмал у нас, он у нас идет AMD. И номерок его идет AMD GFC85C. Это угольный фильтр. Вот такой вот фильтр. Здесь тоже есть у него направление на салон. Вот его так сжимаем и заводим в этот паз. Старайтесь его согнуть по-мягкому, как он гнется, не переламывая. Когда вы его туда вставите, он пойдет нормально. Он не упирается ни во что. Вот он. Так. Вот он, видите, встал, шевелится. Теперь мы заводим низ и заводим вверх. Все. Вот он, когда он там шевелится, вот так вот не зажатый, это он стоит правильно. Ставим нашу крышку. Она вот здесь вверху вставляется в пазик и снизу защелкивается. Ее слышно было, защелкнулась. Ставим на место кронштейн. И закручиваем вот эти саморезики два под крестовую отвертку. Очень, правда, здесь надо изогнуться маленько. Ничего, все делается. Теперь мы ставим на место моторчик. Камеру попробую поставить. О. Подключаем разъем.
и устанавливаем вот. Я здесь хочу попасть сразу по меткам. О, по меткам попал, видно, который я делал. И закручиваем два винта. Все, ставим на место вот эту нашу боковую декоративную накладку. Она вот здесь у нас этим ухом заводится на этот направляющий штифт. Там, в принципе, оно чувствуется, вот она зашла, а здесь она сидит на клипсах. Все. Салонный фильтр мы заменили. Масло в двигателе мы поменяли. Салонный фильтр мы заменили. Масляный заменили. Воздушный заменили. Всего вам доброго!